Этим летом торговый центр «Мегов» и компания «Чистый город» организовали акцию «Цвет имеет значение» по внедрению селективного сбора отходов. Искандер Анварович, каковы первые итоги, пожалуйста. В течение июля-августа текущего года мэрией Казани вместе с ООП ЖКХ, торговым центром «Мега» и магазином «Икея» проводилась акция по организации селективного раздельного сбора отходов «Цвет имеет значение». Целью акции явилось привлечение жителей к раздельному сбору отходов и воспитание у них культуры бережного отношения к окружающей среде. В рамках проведения мероприятий в 20 дворах города силами ООП ЖКХ были выставлены контейнеры для раздельного сбора мусора по 5 точек в каждом районе города. Контейнеры предназначались для раздельного сбора трех фракций отходов – бумага, пластик и стекло. Отходы вывозились ООП ЖКХ на сортировочной станции. С 7 до 9 вечера в рабочие дни в течение всего периода проекта промо-команда торгового центра «Мега» встречала жителей, сдающих отходы, и выдавала в соответствии с весом отходов специальные жетоны. С их помощью участники могли выиграть призы от партнеров проекта в ходе так называемых аукционов, которые проходили на территории торгового центра «Мега». В другое время также можно было сдать отходы, но уже без выдачи жетонов. По итогам реализации проекта в течение 2 месяцев была собрана 81 тонна отходов различных фракций, 38 тонн бумаги, 10 тонн пластика, 33 тонны стекла. Все отходы направлены на дальнейшую переработку для вторичного использования на специализированные предприятия. Для сравнения, в 2013 году за почти 5 месяцев в ходе сбора вторсырья на основных магистралях города было собрано 18,5 тонн отходов, из которых пригодными для вторичного использования оказалось всего лишь 1,5 тонны. Победителями проекта признаны дворы, собравшие наибольшее количество отходов по весу. Проспект Победы 152, собравший 12,7 тонн, и Завойского 2, собравший 11,5 тонн. В качестве главного приза в рамках договоренности с торговым центром «Мега» на территории этих дворов торговым центром будут установлены специально спроектированные детские игровые площадки. В планируемый срок в этом году до середины октября. А исполком Казани берет на себя обязательство провести капитальный ремонт асфальтового покрытия этих дворов. Исполком Казани не планирует останавливаться на достигнутом и совместно с ООП ЖКХ рассматривает возможности расширения опыта селективного сбора отходов. Город непосредственно заинтересован в организации селективного сбора, так как это позволяет обеспечить наиболее эффективную сортировку отходов и отбор вторсырья, уменьшая тем самым объемы захоронения отходов на полигонах, снижая вредные воздействия на окружающую среду. Мало просто поставить 3 разноцветных контейнера для того, чтобы мусор туда начали собирать. Нужны стимулы и постоянная разъяснительная работа. Очень хорошо, что эти инициативы по поддержке исходят от бизнеса. Хочется, чтобы их было побольше. Мы готовы всячески их поддерживать. То, о чем вы сказали, поощрение, награды. Мы должны прийти с капитальным ремонтом в те дворы, которые победили. Я прошу глав районов, Денис Геннадьевич, эти вопросы обязательно взять на контроль, реализовать наши обещания. То, что мэрия обещает, мы должны обязательно делать.